Друзья, здравствуйте! Сегодня будем смотреть на игровые, нет, не игровые, а на синтетические тесты. Ну, на один только синтетический тест такого телефона, как iPhone SE. Сперва посмотрим, какие он результаты покажет. Какие результаты он покажет у нас на энергосберегающем режиме. 6,3 Antutu. Он сейчас нам предлагал обновиться, потом обновимся, если что. И еще раз прогоним этот же тест. Сейчас смотрите, энергосберегающий режим сейчас протестит. Мы как бы остановим, дадим телефону охладиться, он охладится. Энергосберегающие режимы отключаем. Потом опять повторяем этот тест. Потом обновляем Antutu. И после этого еще раз повторяем этот же тест, так как он нам предлагал только что обновление. Посмотрим после обновления, что он будет творить. Скорее всего, видео назовем iPhone SE. Antutu Benchmark Test до и после обновления. Вот так, наверное, скорее всего, будет. Пока что смотрим и наслаждаемся.